Да, я очень люблю ходить по магазинам. Я вообще, как мне кажется, как говорят мои друзья, шопоголик. В гардеробе Юлии Васильевой чего только нет. Красноярская модница обожает примерять на себя разные образы. Опираясь на современные тенденции, не забывает и о практичности. Поэтому на прохладные деньки у нее всегда найдется несколько вариантов летних пальто или курточек. Это цвета айвори универсально. Она очень светлая, прекрасно сочетается, опять же, с любым цветом одежды. Например, вот с таким вот платьем цвета морской волны, да, двухцветным. Одевается также сверху, да, рукава 3/4. Очень удобный вариант, опять же, если на улице холодно, вот такая курточка меня спасает. Цветочный принт смотрится довольно романтично с джинсовыми платьями или брюками. Темный строгий жакет придает загадочность. Жакет, он мне показался очень таким интересным и необычным, да, он такой из розочек, смотрится такой немножко как будто меховой издалека, если видеть. Но также я его ношу и летом, и такой как бы ранней осенью. Он очень прекрасно сочетается с коктейльными платьями. Быстрее всех прохладные деньки внимание Юли завоевывает приталенное пальто. Элегантное, легкое, со всей нежностью защищает свою хозяйку от ветра. И, кстати, черный из моды никогда не выйдет. А ведь еще несколько лет назад дизайнеры ломали голову, что предложить дамам в летнее время, кроме пиджаков, плащей и курточек. Решение сложной задачи прошло на ура. Все гениальное просто. Пальто из тонких материалов красуется перед нами в магазинах. Удержаться невозможно. Хочется скорее примерить. Очень модно сейчас коралловый, желтый, белый и какие-то яркие цвета, вот, чтобы выделяться с общей массы людей. Хлопок, полиэстер, вискоза, ткани в летнее время – что надо. Модели пальто подчеркивают все достоинства фигуры. Ненавязчивый пояс, карманы, потайные пуговицы, кант контрастного цвета. Хотите с длинным рукавом, хотите с коротким. Каждая выполнена из непромокаемой ткани. Быть красивой и неповторимой просто. Пальто оригинального дизайна смотрится прекрасно и с юбками, и с брюками, и с платьями. Встречаем лето во всеоружии. На наши ножки, дорогие дамы, любые сапожки. Ноу-хау – коллекция обуви из натуральной кожи и замши. Нежности вашему образу добавят кружевные модели. Носить их можно не только с джинсами, но и вместе с любым легким платьем. Если вы берете замшевые сапожки, например, первое время их вообще можно не красить. Также обрабатывать пропиткой. Также кожу можно обрабатывать не пропиткой, а защитным воском бесцветным. В летом у них не жарко из-за того, что они идут сквозные, то есть это перфорация, позволяет коже дышать. Своего рода альтернатива босоножкам, туфлям и балеткам. Оригинально и привлекательно. Да, мода поистине преподносит нам сюрпризы, зато лето не будет скучным и серым. А если еще к созданному образу продумать макияж, прическу, подобрать аксессуары, то совершенству не будет предела. Будьте яркими и неповторимыми.